Для жителей микрорайона Чкаловский, где практически в каждом доме живут семьи военных летчиков и работники авиационной инфраструктуры, День воздушного флота, или как раньше, День авиации, свой праздник, отмечается в соответствии с одноименным постановлением Президиума Верховного Совета в 29-й раз. Такая традиция. В Щелкове День воздушного флота отметили вечерней концертной программой «Крылья России» перед Дворцом культуры имени Чкалова. Это профессиональный праздник сотрудников авиации. Огромного количества сотрудников самой технологичной, инновационной отрасли нашей страны. Сегодня, конечно, хочется особо отметить ветеранов авиации за их огромный вклад в развитие отрасли. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и чистого неба. Динамичный номер с российскими триколорами показали воспитанники цирковой студии «Итира» и студии эстрадного танца «Фаворит». Виртуозные, почти акробатические движения молодые люди исполнили на моноциклах. Щелковская земля неразрывно связана с авиаторами и авиацией. В Чкаловском институте ГЛИЦ проходит испытание военно-авиационной техники и средств авиационного вооружения перед тем, как стать серийной. На аэродроме Чкаловский важные государственные задачи выполняет авиационная дивизия особого назначения. Лучшие образцы техники хранит Центральный музей ВВС в Монино. В микрорайоне Чкаловский буквально все пропитано авиацией. Поэтому в День воздушного флота Дворцу культуры Чкалова пришло так много людей. Чкаловцы поздравляют друг друга с праздником. Желаю всем счастья, здоровья, исполнения желаний, чистого неба, благополучия. Желаю всем не стареть, самое главное. Остальное приложится. Здоровье, счастье, благополучие. И чтобы небо всегда было голубым над нашей страной. Ура вам! Тем, кто еще играет в бумажные самолетики, Дворец культуры имени Чкалова приготовил увлекательную викторину с призами. Малыши охотно преодолевали полосы препятствий, отвечали на вопросы ведущих, на ходу придумывали поздравления. Крыльями концертной программы стали вокальный коллектив «Вам и не снилось», фолк-группа «Горлица», а после того, как на город опустились сумерки, на сцену вышла кавер-группа «Юг», исполнившая современные композиции и шлягеры всех времен. Трясится нам не рок от космодрома, не эта ледяная сила. Под занавес организаторы приготовили жителям сюрприз – праздничный фейерверк на берегу озера, десятки мощных залпов в честь российского воздушного флота. Ведь для чкаловцев авиация не просто слова, а целая жизнь. Михаил Налетов, Чкаловское телевидение.